Перед газелью выскочил Мерседес. Из автомобиля вышел молодой человек и направился в нашу сторону. Сел в газель, разорвал таблички и приказал снять 7-рублевые листовки. Иди сними, кто это персональный? Какая тебе разница? Ну, кто персональный? Слышишь, иди сними 7 рублей. Не буду, ну, сними сам, порви, я тебе же порвал, порвите тоже. Я тебе сам сейчас порву. Ну, порви. Пойду побою сниму, сдам. Какой ты умный. Я не умный, я просто по закону, по закону все делаю. По закону, я тебе сделаю по закону. Что ты мне сделаешь? Я тебе сделаю. Что ты сделаешь? Грузанешь меня, что ли? Не, грузанешь меня? Тебя подсадили, что ли, сюда? Что, с меня цена вытаскивать, да? Кто подсадил? А? Не, кто подсадил меня сюда? Иди снимай быстрее. Не буду я снимать. Ты не будешь работать. Ну что, я поехал. Приедут люди? Кто приедут? Какие люди? У кого официально маршрут? Ну пусть показывают, мне подорабатывают официально. Я вообще пришел припарковаться сюда, все. Я приехал просто здесь. Ты здесь не будешь стоять? Ну я не, я просто подъехал покурить подъехал. Здесь не курят, понятно? А что это, территория отдельная что ли? Продана да. Территория? Да, кому она продана? Кому она принадлежит? Ты пойдешь, я могу и там, я могу там встать, и здесь могу, и там в дворе любом могу. И ты не будешь ездить по маршруту, который отдали людям маршрут. Понятно? Ты им... Какой, представь себе, что это? Как тебя зовут? Да пошел, кто ты такой, чтобы я тебе не разговаривал? А ты кто такой, чужой маршрут лезть, а? Ну мне дали право и все, сказали, где права? Кто а если они сейчас документы тебе покажут, все покажут, зачем Тогда работай. Работай? Да. Или хочешь сказать, что у меня этих документов нет? Нет у тебя документов. А что, иногда есть... особым людям выдают, что ли? Нет. Ты вот этот маршрут... Нет, ты гаишник налоговый или что? Я могу показать документы налоговых гаишников. Вот откуда нет, ты берешь документы послушайте. И уйдешь? У меня твои документы. Сейчас человек приедет, кому тендер отдали вот этот маршрут? Тендера не было еще, тендер будет в июне. Ты что мне здесь мозги? Сейчас документы привезут сюда. И вызовешь гаишников. Понятно? Перегородил вообще проезд мне там, я не знаю, еще что-то. Я работаю, деньги зарабатываю, у меня семья, у меня дети. Так же, как и все. Ты здесь не работай, если ты... У тебя есть лицензия, блядь, работай ну просто все, как давай, такси. Ну давай, все, давай, да поехали. Да ты сейчас, блядь, до конца добьешь вот это. Через некоторое время мужчина отпустил машину и пообещал встретиться снова, а мы отправились в поселок Белый.